Вы смотрите канал «Рысы Москвы». Мы подъезжаем к железнодорожной платформе «Битца» второго диаметра. Вот сюда специально ехать не собирался. Кстати, там МКАД. Ну, так как сегодня был в Бутово, решил на обратном пути тоже заехать сюда. Показать платформу. Помощник смотрит, все ли пассажиры зашли. Платформа изогнутая. Ну, что сказать. Она была открыта еще в 1908 году. То есть до революции, гораздо раньше, например, чем соседние Покровская и Красный Строитель. Ну еще бы, Красный Строитель был открыт до революции. Так, сейчас электричка пошла к Курскому вокзалу. Ну а мы немножечко прогуляемся по платформе. Да, более 2 часов составляет поездка по второму диаметру. Вот. И что интересно, платформа Битца не является, не входит в состав города Москвы. А является зоной центральной второго диаметра лишь потому, что следующие станции Бутово, Щербинка и Силикатная в состав города Москвы входят. А вот здесь, смотрите, станционное здание сохранилось, еще старая постройка. Возможно, как раз вот еще и начало 20 века. Но Москва, она тут недалеко. Вот эти торговые центры. А здесь вот, а с этой стороны поселок Битца, входящий в поселение Булатниковское Ленинского городского округа. То бишь Ленинского района. Там еще, кстати, проходят скоростные пути, которые не имеют платформ от Царицына до Подольска, за исключением вот Астафьева. Так вот. Ну и здесь тоже старое станционное здание. Вот поехал грузовой поезд как раз по скоростным путям. Там же проходят скоростные электрички. Ну, которые в теории могут сделать остановку на Астафьево, но на практике это не особо нужно. Потому что там такой пассажиропоток. Но вот здесь на Битце все-таки он в последние годы несколько увеличился. Во многом также благодаря строительству вот этих вот новых торговых центров. Там Лужайка, Новые Лужники. Какое-то такое название у них. А дальше туда строится жилой комплекс «Южная Битца» на пересечении с Симферопольским шоссе. Ну, до него, конечно, отсюда будет далековато. Может быть, когда-нибудь решат построить еще одну платформу между Битцей и Бутово. Там все-таки расстояние позволяет это сделать. Можно, например, назвать ее Симферопольская. По городу и тому же Симферопольскому шоссе. Ну вот, смотрим, люди с покупками.
Возможно, ей ездят сюда специально для того, чтобы посетить вот эти вот торговые центры. Ну, как-то так. Будем закругляться.